слово «ведьма» имеет очень древние корни. Начнем с того, что оно делится на два слова – «ведь» и «ма». Дьявол – это наши пороки, а Бог – это наши добродетели. Может быть, ты не поверишь, но даже Новый год мы с моей мамой не отмечаем. Я принимаю, когда людей, она это знает, то есть у нас 31-го – это такой же обычный день.